Говорят, что гаджет, лежащий в данной посылке, побьет рекорды продаж в 2017 году. Давайте взглянем, что внутри. Вы, конечно, уже знаете, я еще нет. Это новое видео на канале Гаджетмания. Мы начинаем. Поехали! Все как всегда с официального сайта Huawei в России. Ссылочки на товар я оставлю в описании под этим видео. Как всегда, скидочки и распродажи вы можете найти на сайте gadgetmania.ru, плюс бесплатная доставка с помощью курьерской службы по всей территории Российской Федерации. В моем случае SPSR Express. Наверное, во всех случаях отправляет SPSR Express. Здесь должен лежать смартфон компании Huawei, который наделал много шуму за последние несколько месяцев. Не так давно он был представлен. Все, кто мог и не мог, сделали на него распаковки, обзоры и всевозможные видосики. Я, соответственно, посчитал нужным пополнить свою коллекцию видео, в том числе обзором на данную модель. Есть у нас документы. Кстати, 12 месяцев и официальные гарантийные обязательства компании Huawei перед покупателями в России. Смартфон достаточно дорогой, но при этом говорят, что это флагман. В моем случае это черный цвет, потому что я видел распаковки, видел обзоры на смартфоны в синем и, соответственно, в белом цвете. В черном нет, и поэтому решил заказать в черном. Вообще, за последний год компания Huawei стала делать премиальные упаковки, хорошие девайсы, и очень-очень это все смахивает на подход к упаковке, подход к производству от компании Apple. Друзья, я очень люблю смартфоны от компании Huawei. У меня сделан не так давно плейлист со всеми смартфонами, которые я обозревал от данного бренда. И, соответственно, пришла очередь показать вам Huawei Honor 8. Друзья, это будет достаточно долгое видео. Это первый взгляд на данную модельку. Конечно же, я его сравню, скажем так, с представителем китайского смартфоностроения в лице компании Xiaomi Redmi Pro, потому что там также две камеры, и мы посмотрим, на что они будут способны, соответственно, если сравнить их лоб в лоб. Коробочка открывается, если честно, немножко с запарами. Открывайте его аккуратно, открывайте, скажем так, не спеша, для того, чтобы вы не повредили смартфон, который находится внутри вот в таком вот виде. Давайте сам смартфон пока отложим отдельно и посмотрим на коробку, соответственно, в люксовом ее виде. Смартфон на данный момент стоит 27 990 рублей. Это достаточно большие деньги. Примерно в такую же стоимость можно приобрести смартфоны от компании OnePlus. В данном случае это, наверное, OnePlus 3 или 3T. В одном из пеналов мы, соответственно, найдем официальный гарантийный талон, крепочку для извлечения лотка сим-карты, а также инструкцию на русском языке. В другом пенале у нас с вами расположено. Давайте по порядку. Зарядное устройство со следующими техническими характеристиками. 5 вольт 2 ампера, 9 вольт 2 ампера. Соответственно, смартфон поддерживает быструю зарядку. USB Type-C кабель, USB Type-C на USB. Ну и, собственно, сам смартфон Huawei Honor 8. На лицевой панели у нас наклеена пока еще транспортировочная пленка, с помощью которой мы можем узнать, что здесь две камеры на 12 мегапикселей каждая, изогнутый 2,5D экран, быстрая зарядка, 4 гигабайта оперативной памяти, в нашем случае 32, на борту есть возможность 64. Конечно же, вы можете вставить SD-карточку объемом до 128 гигабайт. На задней стороне у нас присутствует сканер отпечатка пальцев, давайте на него посмотрим, на данный смартфон более поближе. Компания Huawei всегда славилась тем, что показывала на своих транспортировочных пленочках для тех, кто совсем в танке, куда, как, что составляется. Соответственно, здесь вы также увидите краткую техническую инструкцию, куда же все-таки вам стоит вставлять ту или иную сим-карту и куда вы можете вставить карточку памяти. А давайте перед тем, как, соответственно, смартфон включить, полюбуемся задней поверхностью смартфона. Она выполнена из стекла, она имеет вот такие вот переливы на солнышке либо на свету. Черный цвет очень интересный, цвет похож на таковой в iPhone 7 Jet Black. Ну что же, сразу давайте продемонстрируем возможность зарегистрировать сканер отпечатка пальцев. Конечно же, он здесь присутствует, расположен на задней части смартфона. Зарегистрировали. Настройка завершена. Все очень быстро. Вот так вот выглядит у нас дисплейчик. Уровень яркости наполовину, автояркость. Да, друзья, это шикарно. Просто шикарно. iPhone 7 Jet Black просто на андроиде. Давайте посмотрим, как быстро срабатывает сканер.
просто 10 из 10. Ну что ж, давайте поговорим, из чего же сделан данный смартфон, что он из себя представляет внешне, на чем работает и, соответственно, что нам от него ожидать. С обоих сторон Gorilla Glass 3, это стекло, конечно же, алюминиевая рама. На задней стороне смартфона у нас расположены две 12-мегапиксельные камеры, сдвоенная светодиодная вспышка, сканер отпечатка пальцев, логотип модели Honor, впереди разговорный динамик, фронтальная 8-мегапиксельная камера, дисплей с разрешением Full HD размером 5,2 дюйма и еще раз внизу у нас логотип модели Honor. Зачем делать два раза, пока непонятно. Как вы можете, друзья, понимать, конечно же, стеклянные смартфоны со временем царапаются. Скорее всего, данная моделька тоже будет царапаться. Но для того, чтобы этого не произошло, вы должны применять защитные стекла, либо защитные чехлы. Но зачем прятать такую красоту в защитный чехол, я еще до сих пор не понимаю. За работу данного устройства отвечает процессор собственного производства Kirin 950, видеоядро Mali T880, 3 гигабайта оперативной памяти, 32 или 64 гигабайта постоянной памяти с возможностью расширения до 128 гигабайт с помощью карточки microSD. Также у нас есть слот под нано-сим-карты и карточку памяти, встроенные модули Wi-Fi, Bluetooth, GPS, сканер отпечатка пальцев, который работает очень-очень быстро, причем эта кнопка не только сканер отпечатка пальцев, допустим, вы можете ее настроить и с помощью нее отодвигать в шторку уведомления, с помощью нее делать, допустим, селфи. По первым впечатлениям, аппарат очень скользкий, то есть на самом деле очень красивый, но очень скользкий. Давайте посмотрим, на чем работает. Соответственно, это, скорее всего, Android версии 6.0 с надстройкой Motion UI 4.1. Давайте послушаем, как звучит данная модель. По первым впечатлениям, звук на данном смартфоне вас не разочарует. Надо посмотреть на то, как снимает данный смартфон с помощью своих двух 12-мегапиксельных камер. Результат, ну, по первому взгляду, если честно, сразу мы видим, что возможность съемки просто поражает. То есть у нас получился вот такой вот результат прямо здесь и сейчас. Макросъемка на очень высоком уровне. Камера на данном смартфоне имеет следующие сценарии использования. Радует, конечно же, наличие профи-режима для того, чтобы вы могли с помощью него применить все возможности двух 12-мегапиксельных камер. Как я понимаю, две камеры рассчитаны на то, чтобы вы фотографировали как профессионал, а фотографировали в любое время суток при любом освещении. Если честно вам сказать, то на меня смартфон произвел, конечно же, впечатление. Он стоит, определенно должен стоить своих денег, но пока мне, вот если бы я выбирал между этим смартфоном и новой, то есть Huawei Nova, я бы выбрал новую. Почему? Потому что он более практичен, он сделан из металла, он очень красиво выглядит. Конечно же, стекло здесь отдает о себе знать, то есть вы со временем его, скорее всего, поцарапаете, либо будете использовать чехол. А если будете использовать чехол, соответственно, всю красоту данного смартфона будете знать только вы. Друзья, большое спасибо, что посмотрели данное видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропустить подробный обзор данного устройства. Конечно же, вступайте в группу ВКонтакте, а также в наш Инстаграм. Конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Ну а мы совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока. Если данное видео показалось вам полезным, обязательно поставьте лайк и каким-то образом поделитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем этому очень признательны.